Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Мастодонт. И вашему вниманию представляю очередное сражение в режиме 3 на 3, карта Морталис. Играю я за Хаос, со мной в команде за орков играет Хадукин Бойс и еще один орк Тиммей. Наши противники за Тау играет Касаркин. За Некронов играет Стасович 34. И еще один Некрон и Волгер. Битва ксеносов и еретиков можно назвать в этой игре. Про противников пару слов. Касаркин. Очень хороший игрок, показывает неплохие бои, очень опытный. Стасович где-то слышал, что-то видел, но не могу ничего сказать про него. Второй Некрон и Волгер тоже не слышал, не видел даже. Хадукин Бойс, неплохой игрок. А Тиммей, не знаю я Тиммей, у него тут гречины танцуют. Иду я через оружейку, я оказался по центру, я сразу пошел в течь. Раз я по центру, значит меня не будут рашить, меня не будут атаковать. Думал я. Кстати, хочу поздравить всех с Новым годом. Скорее всего я буду выкладывать это видео в новом году, в 2020, 1 числа планирую, и поэтому сразу вас поздравляю. Если вы видите это видео, значит со мной все в порядке, я жив, отлично провел Новый год и ничего не случилось со мной. Своим старшим сварщиком пытается повязать в ближний бой командира Тау, но не получается у Хадукина, отступает. Раскайтил тут командир Тау. Также наготове и Тиммей со своим сварщиком. Кстати, он сделал шутов, все правильно, рубаки. У него один отряд рубак и один отряд шутов. Я тоже иногда так делаю. Когда не спешу. На больших картах можно так сделать. Один пак рубак вывести, потом застроить барак и вывести оттуда шутов. И они вдвоем будут захватывать ваши точки. И потом уже вы механика будете заказывать. Ну, я стою, течусь. Что мне остается? Я перехожу в Т3. Видите? Четвертая минута. Я перехожу в Т3. Некроны в Т1. Тау тоже в Т1 до сих пор. И Касаркин начинает расстреливать мой пост. Теперь переключается. Отправляю я на верную смерть своих сектантов. Они и для этого были созданы. Вижу, конечно, в ближний бой командира Тау. Также и сварщик Хадукина тоже пытается повязать в ближний бой командира Тау. У орков сложнее пропушить. У них все здания стреляют. Кстати, пополняет своих свежаков и Волгер. Играет через свежаков. Рубаки погибают. Ну, это расходники все.
Немного надо отступить тиммейл под огнем. Командира Тау стоит. Враги занимают центр, такие крутые. Туда-сюда. Мы сейчас вас задавим, пугают нас. Так, в Т2 Стасович течется. В Т2 Касаркин переходит только. И у меня готовятся одержимые. Я в Т3 на 6-й минуте. Жду ресурсов, чтобы заказать облов. Вот. За хаос можно быстро протечиться до Т3. Атакуют базу Хадукина. Хадукин пока держится. Скидывают флайдов. И бегут мои одержимые. Одержимые вяжут сразу воинов огня, естественно. Самый дорогой отряд. Скидываю я облак. Один отряд воинов огня убегает. Одержимые будут бегать за воинами огня, а облы будут расстреливать тоже воинов огня. Некроны отступили. Отступил Стасович своими воинами. Скидывают сюда свежаков. И Тау в западне оказался. Потерял всех своих воинов огня. Потеряет теперь командира Тау. Тау тратит очень много ресурсов. Потерял отряд воинов огня прокачанных. Тут меня вяжут в ближний бой воины некронов. Одержимые тут уничтожили еще один отряд. Я перепрыгнул дальше специально, чтобы расстрелять воинов огня. Ушел из флайдов, из-под флайдов. У Тау нету войска практически, только отряд воинов огня, и то он их делитнул, по-моему. Сгорел Касаркин. Ругается Касаркин, что все. Да, он очень много воинов огня потерял, наспамил очень-очень много, и толку никакого. Я пишу: помогите моим оркам. Касаркин пишет: два некрона и ни одного лорда. Да, лорды могли бы постоянно вязать моих облов, не давая стрелять. И другой лорд мог бы разбираться с одержимыми. Лорды, походу, погибли, когда атаковали Хадукина.
И Касаркин уливает из игры. Все, сгорел мальчик. Т3 Хадукин. И только у него вышли древние орки. И игра затупила. Ну, в принципе, всем понятно, кто тут выиграл. Выиграл Мастодонт своими облами одержимыми. Также я заказывал Лорда Хаоса. Вот. И прокачивал себе Принца Демона, который ломал бы мне монолиты вместе с одержимыми и облами. Древние орки расстреливали бы пехоту. На этом все. В Т3 также был Тим Мэй. Заказывал ли он, или у него были... А, он играет через нобов. А, есть и древние орки, есть нобы. А нет, это не нобы, это древние орки и шуты у него. Вот еще один отряд древних орков. В общем, у нас 4 отряда древних орков. Облы, одержимые и принц демонов. Вот-вот подходил. Есть отверженные у Стасовича, но все равно бы один отряд отверженных ничего бы не сделал. В Т2 до сих пор был и Волгер. Уничтожителя заказывал Стасович. Ну, на этом все, ребята, давайте смотреть счет. Стасович в армии набирает 240, Касарки набирает 105, и Волгер набирает 40, Тим Мэй набирает 285, Гуф набирает 415, Хадукин Бойс набирает 255. Я не знаю, почему игра затормозила, возможно, кто-то из некронов баганул. Обычно некроны багуют. Стасович убито 17, потеряно 40. Уничтожено здание 6, потеряно здание 0. Касаркин убито 20, потеряно 34. Уничтожено здание 0, потеряно здание 2. И Волгер убито всего 6, потеряно 47. Уничтожено здание 1, потеряно здание 1. Тим Мэй убито 30, потеряно 9. Уничтожено здание 0, потеряно здание 0. У меня убито 62, потеряно 27, уничтожено здание 2, потеряно здание 0. Хадукин Бойс убито 29, потеряно 7, уничтожено здание 1, потеряно здание 7. Топ-1 по ресурсам занимает Тим Мэй и самый технологичный Стасович. Он своих флайдов прокачивал, поэтому топ-1 занимает. Еще раз всех с Новым годом и всем пока-пока.